Чем ближе вторые европейские игры, тем плотнее взаимодействие СМИ. Накануне в Минске в рамках образовательного проекта «Спутник ПРО» выступили руководитель Международного мультимедийного пресс-центра России сегодня Ольга Колева и журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Войцеховская. Обсуждались и другие актуальные вопросы. Если мы общими усилиями не направим спортивную журналистику в какое-то максимально эффективное русло, то она, как и многие другие отрасли журналистики, скатится на уровень желтой прессы, где людей будут интересовать только то, кто у кого что украл, кто у кого увел жену и кто проигрался в казино. Кроме того, Елена Войцеховская отметила, что Европейские игры – это возможность журналистам поработать в таких же условиях, как и на Олимпийских играх.